Ребята, помните игру «Красный шарик»? Так вот, я нашла ее в Роблоксе, и мне очень-очень захотелось в нее поиграть. Если вы смотрели мой канал с самого начала, то вы помните, что я прошла все части этой игры. Но не в Роблоксе, а настоящей игры «Красный шарик». Я помню, была серия про мрачную фабрику, еще была серия про то, как мы спасали Луну. Да-да, это все «Красный шарик» делал. Ой, смотрите, у нас тут два красных шарика. Какое интересное название у второго шарика. 100 рублей. Еще надо сказать, что тут достаточно все реалистично. Смотрите, травка как настоящая. Ящики как настоящие. Земля как настоящая. Оп. Интересно, а будет ли в конце игры битва с боссом? Вы помните, что... О, вот они. Боссы это всегда квадратики. Как я его пришмякнула. Ребята, а мне интересно, сколько из вас смотрели мои первые серии, где я играла в красный шарик? Если вы смотрели и вы помните эти серии, то поставьте лайк под этим видео. Посчитаем, сколько ребят со мной с самого начала этого канала. Там я еще с лицом своим записывала видео. Если вдруг вы не смотрели, то ссылки оставлю вам в описании и посмотрите. Ой, это что такое черненькое? Какой-то огромный... О, снеговик! Смотрите, я стала снеговиком! Проходим дальше. И у нас тут злодей, квадратик. Квадратик, квадратик, я тебя съем. Так как бы мне перепрыгнуть-то? Что делать, что делать? Надо подумать. Красный шарик, это не просто вам игрушечка, где не надо думать. Тут надо очень хорошо думать. Перекатываемся, тут стеночка, перепрыгиваем. И вот тут надо подумать. Смотрите, тележка с колесиками. Надо ее подвинуть вот сюда. И попробую прыгнуть на эту тележку и с нее перепрыгнуть на горочку. Получилось, ура! Качельки! Только на них никак не покачаться. Продолжаем путь. Ящики опять у нас тут. Часть снеговика. Только не белая, а черная. О, а сейчас мы поборем квадратика. Ип, прида... О, я думала, он меня съел. Но все мои жизни на месте, это значит, что я его съела. Давайте посмотрим, сколько уровней пройдено. Пройдено 5 уровней. И в этой игре, ребята, мы можем менять шарик. Я была красным шариком, а теперь я желтый шарик. Легкая прогулочка заканчивается. Каждый уровень становится сложнее и сложнее. Вот сейчас бы не упасть. Так, тут нас встречает злодей. Получи, злодей, мы его сейчас утопим. Да, так и получилось. Переплываем речку. Ой, вода такая натуральная. Ждем телегу. Оп, кати меня, тележечка. Главное не свалиться. Ой. Главное удерживать равновесие. Мы едем, ой, меня заваливает. Это вообще похоже на такси. Желтенький вверх. О, рогатый монстр. Как бы нам его победить? А лучше с ним не ввязываться в драку. Я просто убежала. Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел. И в водичке утонул. Нет, лучше я побуду красным шариком снова, а то что-то мне не везет, когда я желтенькая. Так, ай-яй-яй, перепрыгну, нет, ай-яй-яй, падаю. Надо как-то, ой-ой-ой, как? Как, ребята, как прыгнуть так высоко? Наверное, нам нужен вот этот бокс. Ну-ка, давайте его перекинем. Ух ты, получилось! Я, честно говоря, не думала, что получится. Тележечка, садимся. И едем. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Какая красивая травка. О, ящик. Давайте попробуем его забрать с собой. Мне кажется, что он мне понадобится. Так, вот чувствую, не получится без ящика забраться наверх. Давайте его подгоним вот так. Ну-ка, сейчас попробую отсюда прыгнуть. И нет. Ничего у меня не получилось. Я думаю, что нужно поставить вот эту коробку на вот эту каталку. Но как это сделать? Думай, шарик, думай. Так, каталка вот тут не стоит. Ладно, пусть стоит тут. Ой-ой-ой, кто там толкает мой бокс? Ну-ка, давайте попробуем подняться и толкнуть нашу коробочку. Эй, человек, это моя тележка. Это моя коробочка. Тут еще охранять приходится. Давайте попробуем закинуть. Ой, получилось, ура! Поехали в горочку. Тык-тык-тык-тык-тык-тык. Какая я сильная. И сейчас у меня точно все получится. Ура! Продолжаем путь. Жалко, конечно, что тут не показывают, какой уже уровень. О-о-о! Вот это я с первого раза молодец. Катимся дальше, катимся дальше. Флажочки. Что сейчас будет интересно? Ой-ой-ой, смотрите, какая палка. И я ее сразу как-то подвинула. Вот это я молодец. Так, а тут как? А тут как? Ой, я боюсь, что если поставлю эту коробку, то палка нагнется и коробка улетит. Так, как бы сделать? Как бы сделать так, чтобы можно было прыгнуть наверх? О, получилось! И долететь бы! Ой-ой-ой, долетела! Ребята! Ой, водичка. Смотрите, какая интересная вода. С одной стороны, она выглядит как настоящая вода. А с другой стороны, если присмотреться, то эта вода выглядит как желе какое-то. С
следующий раз присмотритесь. Так, у нас тут качелька. Смотрите, какая кругленькая, прям под шарик. Монорельс. Это монорельс! Недавно я играла в Роблоксе в монорельс. Кто смотрел, тот пусть напишет комментарий. О-о-о, мы утопили злодея! Так, теперь бы самой не утопиться. А, ребята, плыву-плыву и не доплыла. Давайте попробуем еще разочек. Еду-еду, все, в этот раз получилось. Немножко не допрыгнула в прошлый раз. И это была фатальная ошибка. О, тут у нас еще один квадратик. Черный-черный квадрат. Перепрыгиваем. Кстати, ребята, у меня к вам вопрос. Вы больше любите сами играть в красный квадратик или смотреть, как кто-то играет... Как кто-то тонет. Как кто-то играет в красный квадратик. Я знаю, что есть ребята, которые сами не играют, но с удовольствием смотрят видео. Напишите в комментариях, я играю в красный квадратик или я смотрю красный квадратик. Или напишите, я и смотрю, и играю. Ну а если вы не смотрите и не играете, то напишите, я не смотрю красный квадратик и не играю в красный квадратик. Хотя, если вы не смотрите это видео, то как вы узнаете, что вам нужно написать в комментариях? Смотрите, какая водичка. Так, держи. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, буль-буль-буль, вы слышали? Это было очень смешно. Но приходится начинать сначала. Так, тут нам надо перепрыгнуть. Долететь бы. Тут нужно скинуть ящичек подальше. Теперь давайте на ней... Ой, вот он крутится, 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 крутится. Это опасно. Так, надо прыгать. И оп, и долететь бы. Да, получилось. Ура! Интересно, будет битва с боссом или нет? Будет или нет? Ой-ой-ой-ой-ой-ой, ребята, я все время пугаюсь, когда так прыгаю на черный квадрат, потому что мне кажется, что не я его съем, а он меня. Продолжаем путь. Перепрыгиваем. Что будет дальше? Очень интересно. О, опять тележка. Ну, тут понятно, как действовать. Надо ее откатить вот сюда. И с разбега прыгнуть. Оттолкнуться. И мы на месте. Опять у нас тут черные шарики. Ну, хорошо, что черные шарики без зубов. Смотрите, какая водичка. Палочка. Ой, мокрая дощечка. И что? На мокрую дощечку прыгать нельзя? Я же не попала под воду. Так, стоим, стоим, ребята. Ждем, когда она поднимется. Прыгаем. Катимся. Ой-ой-ой, а там следующая под водой. Ждем. Вот такие хитрости уже появляются в игре. Что у нас тут? А у нас тут враг. Как его обойти? Оп. Перепрыгнуть. Поехали, тележечка. Тут, о, рогатый. Рогатый квадрат. Надо его придавить. Придавить, попробуем, попробуем. Получилось. Ой, я сначала испугалась, когда увидела желтенький шарик. Я все время забываю, что мы в Роблоксе, и тут могут быть другие участники. Ну вот желтенький улетел куда-то. Давай, телега, катись, катись. Как ей управлять? Как ей управлять вот этой штучкой? Так, двигайся и двигайся. Вот так, что ли? Желтенький опять упал. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я тоже упала. Да, попали мы на сложный уровень. Так, давайте попробуем еще. Катимся, катимся. Пока вот эта штука крутится, мы катимся. Смотрите, медленно, медленно. А, главное не мешать ей крутиться. Вот я помешала, и мы остановились. Ну, отсюда я уже могу перепрыгнуть. Тут у нас ящичек. Ай-яй-яй! Буль-буль-буль. Опять буль-буль-буль. Ой, игра осложняется. А, нет. Он пошел и утопился. Ну, и я за ним. Да что ж это такое? Третий раз пробую. Давай, давай, черный, тони. Так, я подожду немножко и... Ой-ой-ой-ой-ой, ребята, что это творится? Четвертый раз уже пытаюсь пройти. Черный утонул. Я тут задержалась. И как бы мне перепрыгнуть? Как бы перепрыгнуть? И ура! Ура, ура, получилось! Если тут стоит телега, значит она стоит не просто так. Надо ее взять. О, ребята, я куда-то выкинула телегу. Выкинула в пропасть. Ой, красненький, ты куда? А почему это меня убрали? А, наверное, чтобы вернуть вот эту телегу. Что же делать с ней? Что же делать? Там у нас пропасть. Ай-яй-яй, ай-яй-яй, телега убегает. Эх, и я вместе с ней провалилась в пропасть. Я думала, эта телега как-то криво встанет и закроет эту пропасть. Но нет, придется прыгать отсюда. Сейчас она поедет, и я попробую прыгнуть. А, ребята, я каскадер, и у меня не... Ой, получилось! Я-то думала, что все не получилось. Вот это молодец, вот это шарик. Очень везучий сегодня. Дощечка, и давайте заберем черный, огромный каменный шар. Только вот как, сил у меня не хватает толкнуть его. Эй, шарик, ну-ка, катись. Нет, ничего не получается, с этой стороны его не подтолкнуть. Что же делать? Что же делать? Ладно, покатимся без него, проверим обстановочку. А, вот тут он нужен, чтобы от него оттолкнуться и прыгнуть наверх. Ну-ка, я еще попробую. Нет, ребята, тут без шарика не обойтись. Мне пришлось сначала начать этот уровень, потому что шарик стоит так, как надо. Вот главное сейчас вот тут его подтолкнуть. И прокатить
Ой-ой-ой, держись, шарик, держись! Два шарика катятся, и мы справились! Ура, ура! А дальше у нас враги. Вода. И как это пройти? Давайте посмотрим еще разочек. Враг, сверху на него прыгаем, шмяк, шмяк. И, ой-ой-ой, недолет. Ну ладно, хоть понятно теперь, как проходить их. Давайте прыгнем. Шмяк, один, ой, почему-то он не шмякнулся. Второй нормально шмякнулся, но у меня опять недолет. Что же делать? Как-то надо их шмякать. Ближе к краю правому, что ли? О, шмяк. Шмяк. И ура, получилось. У меня получилось, и тут у нас что, босс? Какой-то он маленький. Нет, это, наверное, просто злодей. Хотя нет, дальше пути нет, ребята. Это что, босс? Вот такой вот босс? Маленький. Маленький, да удаленький. Я бы сделала босса большим. А так у нас три шарика, которые веселятся. И вот этот квадратик маленький ничего не может сделать. А мы его можем еще и побить. Ой-ой-ой-ой-ой, ребята, беру свои слова обратно, потому что тут посыпались враги с неба. Так, один только был, и все? Ой. Нет, вот еще два. Получается, это не битва с боссом, а битва с врагами. С боссами. Нас много, и их много. Так, ой-ой-ой, рогатые пришли квадратики. Что же делать, что же делать? Можно отстояться в сторонке, а можно... Ой-ой-ой, ребята, они меня чуть вдвоем не задавили. А можно пытаться на них прыгать. А, вы видели, когда прыгаешь на рогатого, он становится обычным. И только потом ты можешь его шмякнуть. Ну-ка, оп, смотрите. Я мастер по шмяканью квадратиков. Да, битва, конечно, странная. Игра интересная, а битва странная. Так, мы что-то втроем никак не можем его победить. Ну-ка, давайте, ребята, прыгайте сверху. Ничего, он какой-то непотопляемый. Ну-ка, еще разочек. Ой, только не снизу, прыгайте на него сверху, ребята. Снизу не попадайтесь ему. О, вот я же говорила. А ну вот сейчас я на него прыгнула. Жаль, конечно, не показывают, сколько у него жизни осталось. Может быть, он вообще бессмертный. А мы тут прыгаем, прыгаем. Так, я на него еще раз запрыгнула. И вот он. Ребята, мне кажется, что это отрывочек из старой игры. Вот это хитренько они сделали. В общем, ребята, надеюсь, что красный шарик поднял вам настроение. Мне так точно. Не забудьте поставить жирненький лайк. И, конечно, подпишитесь на мой канал. Вот где вы смотрите, в Ютубе? Подписывайтесь. В Рутубе? Подписывайтесь. В Дзене? Подписывайтесь и пишите комментарии. Между прочим, я все комментарии читаю. Если вдруг вы захотите поиграть в эту игру в Роблоксе, то ссылку на нее, как всегда, найдете в описании под вот этим видео. Поиграйте.